Поехали! В таком случае всем спасибо, мы ждем вас на трассе. Через 10 минут здесь я буду объявлять машины для Лайта и для Харда, которые будут ехать первые. Так, нашел я тут такси, случайно ехал. Поехали. А ты знаешь, куда ехать? Нет. Ну, поехали прямо тогда. Блин, а двери закрылись, точно? Почти. Осторожно, никого не задави, елки. Тут много людей очень. Нормально едем. Ну как машина? Отлично. Да, огонь? Найлучший автомобиль. Да? Да. А что-то поскрипывает чуть-чуть, или это мне кажется? О, датчик поворота руля. А, угол, да, реагирует. Активное рулевое? Да. Так, ну идем. Слышишь, как-то капот, вот я не могу понять, как-то он немножко... не на месте, или это специальный ход? Для эффективнейшего охлаждения. Десна, блин. Красота, блин, вообще, сейчас будет да, оффроуд. Да, может, надо туда было или сюда. Главное не застрять, а мы тут не пройдем по ширине. Или пройдем, ты чувствуешь габариты? Блин, мы не туда, наверное, поехали, а может и туда. Тут так все запутано. О, есть поворот. Вон, смотри, уже серьезный автомобиль вдалеке уже нас ждет. Блин, хорошо, что такси я поймал, конечно. О, съезжаются вон организаторы, да, едут? Срезай тут, наверное. Надо ехать, непонятно. Срежешь ты или нет? За ними надо, за ними. А мы не застрянем? Не знаем. Ё-моё, это я тебе посоветовал? Нормально идем мы. Тут кто-то ехал, видишь следы? Понижение у тебя все, да? У нас там деревьев не было. Ни взрослых. Ни пеньков, да. Так, слышишь? А ехали организаторы. О, да. Классно идем, блин, слышишь? Только что тут был дефазик. Уже его нет. Ну, по крайней мере, спецучасток вот есть. Я не знаю, это он или нет, но вроде как он. Судя по тому, что мы смотрели. И то, что я видел на схеме. Так что, на спецучасток заходим? Ё-моё, вот это мы едем. Ух, ёлки. Слышим, не перед... Нет, гонку не остановить, блин, главное. Что тут происходит? Так, мы идем. Пока. Все проходное. Все проходное, да, все. Все проходное. Так, кондиционер я включил на себя. У тебя тоже включен, да? Ох, елки, мы застряли. Или нет? Сейчас коксу надо, да? Немножко. Немножко ходом пойдем, сейчас будем брать. Надо было травануть. Сильвераптии задние, конечно, бросить. Это надо брать. Я же не планировал заедать. А, ты просто... Ну идем, чего? Пробиваем траекторию. За что я люблю эту машину? За то, что она хорошо едет. Ну и пилот, конечно, тут нет. Ну да не, ну главное, чтобы встречки не было. Так, что-то как-то люди рассосались, непонятно пока. Давай. Поедем еще. Вон, смотри, вон. А вон, давай, вон, смотри, организаторы, вот туда. В желтом, видишь? Вот эта девочка в желтом, она в харде. Да. Ключевое слово девочка. Ну, да, да. Друг человека, да? Да. Так, тихо. Хорошо. А, тут ориентир, видишь, кузов. Эта машина тоже, видно, хотела участвовать, но раньше. Стой. Это те же приехали с четверга. Обида. Слышь, так она свежая. Глянь, они ее. Догоняй. Быстрее уехала, елки. Вот это неожиданно. Отсечка, чтобы не сработала. Осторожно. Ё-моё. Береги машину. Куда он поехал? Непонятно. Слышь, это прицеп у него, наверное. Не, ну тут вообще сюжет закручен. Глянь. Давай, он от нас отрывается, блин. Посмотри, а это он делает это, понял? Это у него такой грейдер типа ковш, он равняет территорию. Или просто кто-то
катает, видно. Слышь, а сзади еще правый стоп есть. Так свежий же кузов, это же не старая машина. Да. Так, что-то они туда все поехали. Что-то тут все запутано. А парные заезды. Давай вперед, мы отстаем. Что-то мы не туда. Я подумал, что здесь трасса, но то видно какая-то другая. Или это на лайт едут они. Если все едут сюда, едем пока сюда. Так, что-то все запутано, ну какой-то тут лайт точно. Хотя нет, где-то было тут и пожестче местами. Девочку ищи. Так, начало. Нашли мы тут, откуда снимать. Люди есть, движ нормальный, пацаны организовали. Машина крепкая, сказали, ходи на люк, не наступай. Вот он, серьезный участник. Так, парные заезды. Болото есть немножко. В общем, сейчас все увидим, пока непонятно. Никто ничего не может сказать. Вова на эвакуации сегодня. Так что сейчас место будет хорошее, я думаю. Так, ну лайт поехала первая пара. Ну там просто... Все просто. Так, Нива первая приехала и стартанула без команды. Две полосы движения, рассказывали организаторы. Один раз по одной полосе едешь, меняетесь местами. Ну, чтобы было равнозначно все. Ну, время по новой отсекается и суммируется потом. О, там хорошо, смотрите. Блогер правильно идет. Что-то у него пробуксует, мне кажется, он. Без пониженной пошел. Мы правильно стали, я думаю. Так, в лайте вторая пара стартанула. Ну, тут такое, на скорость. Ничего сложного нету, пока не видно. Так, третья пара лайта. Ну, там как бы всем просто. Участвовать можно на любом автомобиле полноприводном. Даже, наверное, копейка нормально там проехала. Так, завелись серьезные автомобили. Успел я включить камеру. Ну, начало серьезное. На первый, о! Вот! Опа! Танцуйте! Так, и что там помешало? Остановилась одна машина. К сожалению, нам не видно. Так, лидер. Ну вот и весь спецучасток. Меняются местами. Да, такой ретро-заезд. Так. Да, уже сложнее. Ну вот и первый застрявший.
Вот так и все. Победитель в этой паре понятен уже. Вот и финиш. Так, судя по оборотам, неужели механическая лебедка у ребят? Похоже, по скорости размотки и оборотам двигателя. Да, механика у ребят на 69-м, вот так. Не быстро крутит, но... Говорят, мотор только ночью закончили сборку. И уже доехали и участвуют. Красавцы. Да, замылился протектор, подлебедились, но... Пока сам не поехал. Так, ну выехали ребята. Потеряли много времени. Так, второй заезд. А здесь первый заезд. Ага, значит, хард не парами просто на время. А тут спорт присел. Да, спортец. Присел на 69А. Уверенно финиширует. Красивая машина. Так, идет дефазик. Как-то медленно там первому. Сложновато. Наверное, по два заезда будет. Но сейчас посмотрим. Да, сложное там место. Что-то говорят, деревья там какие-то поваленные. Плюс перекос я вижу отсюда. Спуск с поворотом. Дима, что там, о чем приехал? Не проходят по ширине. Спортец залебедился. И классическая ошибка. Сильно газует и себя закапывает. Так, дефазик поехал куда-то обратно. Он четко знает, когда музыку выключить. Так, ну спортец на финиш. Сейчас меняются местами, так что еще шансы есть. Это очень серьезно. Тут газ 53 V8. Так, а тут сели оба. Ха! Ну вот тут уже кто быстрее залебедится, тот и победит по сумме двух заездов. Хотя фора была там приличная после первого. Сумма оба заезда, видите, меняются, правая полоса на левую. Ну, быстрые ребята на газике. Надо было им где-то траекторию не в колею прыгать, накопанную. Вот там лает. Короткий кирпич против Нивы, ну нереально там Юра валит. А тут борьба в самом разгаре. Ну да.
Ну, ребята, стая сдалась, судя по неспешащей работе. Или мне показалось, сейчас посмотрим. Да, газик. Полегче вышел, быстрее. Ну, опыта, наверное, больше, судя. Не копают. Спорт провалился. Да, это труба. Вот здесь. Вы еще не успели подъехать. Да вы все время на дороге, елки-палки. Вы на дороге все время. Когда у тебя был внедорожник, ты был другим. Так, Вова говорит, сейчас будем в оффроуд нырять с разгона, наверное. Говорит, держись. Ну, держусь, я на крыше. Рейлинг есть, это не так, как на будке у слепого. Держаться за воздух только можно. А ты сейчас здесь? Куда? Там не надо. Нет. Он просто не пролез между деревьями. Да, здесь, Вова, здесь. Там мы чуть-чуть назад. Мы остаемся. Мы остаемся. Давай, Газик тоже как-то долго там он шел. Но уже на финише. А спорт продолжает борьбу с бездорожьем. Да, пока. Пока все просто. Относительно, конечно.